все дети, у которых нет родителей. Это детишки из Сумского дома малютки, который эвакуировался вчера 4 машинами скорой помощи. И их чудом привезли в Киев, потому что дорога была очень тяжелая. Эту ночь они провели у нас. Мы их покормили, постирали, немножко привели в порядок медикаментозно. И сегодня дети должны выезжать во Львов тем же транспортом на машинах. И дорога будет тяжелая, наверное, тоже около суток. Мы даем двоих своих специалистов, реаниматологов, которые их сопроводят. Ну что? Сейчас не стулируйся. Может, пусть тогда не выносят маленько? Вы пока четырех малышей не выносите, пока не свяжемся, да. Может быть, совсем малышей оставим, тех, которые там месячные. Это катастрофа какая-то. Это все дети с какими-то пороками врожденными, ДЦП, с расщеплениями, с другой патологией. Удалось уговорить организаторов этой транспортировки оставить этих детишек у нас, потому что до Львова больше суток бы ехали, не дай бог, что-то в дороге, таких маленьких детей так долго транспортировать очень опасно. Тем более без поддержки специалистов, без кювезов, без ничего. Вот из документов у каждого ребенка есть вот такая вот бирка, привязанная к руке, с фамилией и с названием смеси, которой он питается. Объем смеси. У некоторых бирки с названиями лекарств, которые они принимают. Все эти дети не очень простые, все с какими-то пороками. И, конечно, такую дорогу, думаю, они бы просто не пережили. Так что очень правильное решение оставить у нас и какое-то время побыть у нас. Есть дети на зондовом питании. Здесь вот тоже у нас бирочка такая с фамилией и с названием смеси, которую ребенок должен кушать. Так что на ближайшее время дети будут у нас в безопасности, накормленные, ухоженные, постиранные. И со своим специфическим лечением, которое мне необходимо.
Thank you.